Hey, всем привет, 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 вы на канале Live Gaming Kuz, меня зовут Евген, и сегодня мы вместе с вами будем играть в плеер UnkNow Battleground, он же PUBG. Привет, Яра, вас всех вижу. В общем, это онлайн-шутер, где вам предстоит убивать других в многопользовательской игре. У вас вначале нет ничего, но со временем у вас появляется все, пистолет и все, что вам только угодно. Как обычно, у меня крашится PUBG, уже, наверное, целый месяц крашится, но да пофигу. Надеюсь, когда-нибудь его починят. Привет, Яра. Короче, если хотите играть с нами, добавляйте меня, друзья, мой ID Live Gaming Kuz. Вот так же, как, в Discord. Как вверху написано. Да, и скачивайте себе Discord, ссылка внизу в описании. Поехали, посмотрим, кто у нас там сидит. Кто к нам пришел сегодня? Привет, Яра. Здорово! Привет, привет. Ты будешь сегодня с нами играть в... Конечно, я уже в PUBG. В PUBG? Yes. Я вижу двоих. Алексер и Яромикс. Интересно, кто такой Алекс... Алексер? Давай позовем его. Алексхер. Да. Он же был, играл, по-моему, Алексхер какой-то. Нет, я не помню, честно. А я помню какого-то Алексхер. Я нет. Че, рассказывай, как у тебя дела сегодня? Нормально. Это как так? Первый день и нормально уже? Второй день. А, второй день. Почему сегодня первый день рабочий? Какой? Ну, вчера как никто бы, не работал. Ты понимаешь, что как бы я живу не в России, а в Казахстане этот праздник не переносится. Вон оно чё, подстава. Получается, я со вчерашнего дня, короче, учусь. Подстава, короче, у тебя. Ну, что сегодня будем делать? Рассказывай, какие планы на сегодня? Катать. Топ-1 заниматься. Мы пойдем. Отлично. Мы пойдем четвером или вдвоем? Вдвоем пока. От первого или от третьего лица? От третьего. От третьего, как в этой, в GTA-шке получается? Да. Отлично. Давай сейчас переделаю на стрим под репосты и, наверное, какую-нибудь запустим загадайку. Что загадать нам сегодня, Яра? Подсказывай. Давай мультик. Мультик же был у нас вот до этого. Вверх загадывали. Может, что-нибудь не мультик? Ну, давай тогда... Не знаю, что даже. Давай это, как его, марки телефонов. Чего? Марки телефонов? Там, например, Apple, там, Samsung. Так что-то марки телефонов всего три, там, Samsung, Apple и Apple. Все. Samsung, Apple, Meizu... А потом, как так, понимаешь, мы не сможем давать никакие подсказки, если мы это загадаем. Как я буду давать по телефону? Это телефон, да, это телефон. Это Apple, да, это Apple. Все, отгадал. Там, 2 секунды. Давай что-нибудь другое загадаем, не марки телефонов. Что еще есть? Город. Город? Да. Но это только через букву отгадывать. Чем мы город-то просто так будем загадывать? Давай лучше, наверное... Так, фильмы, мультики... Ну, типа, буду спрашивать, где он находится. А, давай точняк. Мы как-то загадывали телесериалы. Давай телесериал загадаем. Давай, давай. Топ телесериалов китайских. Топ телесериалов. Битвы драконов именно? Там или как-то так. Именно китайских, да? Конечно, именно китайских. Привет, место есть. Я же китайский. Привет, Мазов, есть место. У нас пока только двое. Давайте залетайте. 2 места есть, потом уже начнем отсеиваться. Залетай, Мейзу. О, загадывай. Что-то сегодня школа началась у вас. У меня? У меня учеба началась. Нет, школы нету, к сожалению. Мне кажется, просто еще это не все со школы пришли. Тем более, если по московскому времени. А я сейчас найду, короче, какой... О, я знаю, что я вам загадаю. Блин. Конечно, вы можете отгадать его. Ну да ладно. Просто видишь, у тебя только 6, а у меня уже 9. Я-то успел уже уроки там сделать, уже все. А так. Там они приходят домой, и мама говорит, быстро уроки делать. Телесериал. Хотя в первый день никаких уроков почти нету. Бывает. Короче, я загадываю телесериал. Не Мейзу, а Маус, наклонная черта маус. Влево. Маус. Загадывай. Окей, Маус. Все, у нас Маус скоро придет к нам. Так, и у меня, как обычно, крашится PUBG. Так, он нам закрашил?
Нет, он нам наш стрим не закрашил. Давайте заново запустим. Короче, у меня, мне без разницы, по-моему, этому папку. Я его 10 раз переустанавливал, чистил реестр, вообще полностью очищал систему от папки, он все равно крашится. Mm-hmm. Значит, что-то у меня с видяшкой поперло не то, или еще какая-нибудь фигня. Да ладно. В принципе, пофигу, буду просто время от времени вылетать. Но я вчера стримил. Че, папка? Да я верю, что все его стримят, и никаких проблем нет, а у меня вот почему-то возникает. Ну, я на видюху тоже стримил, я настроил там все. Это как так ты настроил? Кто-то тебе настраивал, не обманывай меня. Я сам настраивал целых 2 или 3 часа. 2 или 3 часа. Че, будем ждать Мауза? Ну, я не знаю, если 5 минут, то ладно, а если... А, он там, сейчас доиграет и пойдет. А, ну пойдем тогда. Поехали. Короче, я загадал загадку, это телесериал у нас. А, друзья мои, те, кто там на стриме, можете задавать любые вопросы, на которые смогу ответить да или нет, кроме года и кроме букв, которые входят в этот телесериал. Да не, хочешь прикол? Жги. Короче, я же тебе говорил, я заказал Клау, да, механику. На голубых свечах. И, короче... А голубые же самые шумные. Да, голубые самые шумные. А и, короче, хоть в чем прикол? В чем? У меня только через 4 комнаты родители спальня, а остальные все комнаты пустые. Получается, они хоть как не услышат мой. А что значит, как ты будешь стримить на самый шумный? У меня-то самый не шумный, то ее время от времени слышат. Ну, как да, ты стримить ну, на ней не будешь? Ну, короче, ну вот смотри, и в чем прикол? А у меня, короче, вот где комп находится... Прям за стенкой другая квартира. Загадал. А у нас, короче, капец, слышим всегда. Они, блин, днем поют или что-то, а я буду ночью катать и им мешать, короче. Я понятно. А вот здесь написано, что у нас загадано. Так, все что ли, поехали уже? Да. Так, мы, по-моему... Это что за... Это у тебя китайцы разговаривают? Нет. Ой-я-я, натурлих! Геймерзимер битте! Я! Я Ауштайге. Звук чата в этом паде, а я нет. Чтобы не слышал я. Так, по идее, я предлагаю... Это старая, да, карта? Да, это новая карта какая-то старая. Ну да, это новая, блин, точно. Так, мы покуда летим? У меня такое впечатление, что мы скоро сдохнем. Пойдем в... Нам знаешь, вот куда сюда нужно? Давай вот сюда на бомбу. Давай. Тогда выпрыгивай, давай. Привет всем. Привет, Маус. Какой жанр телесериала? Нужно задавать вопросы, на которые смогу ответить, да или нет, Маус. Не просто задавать часто, вопросы, знаешь, а на которые я смогу ответить, да или нет. У меня, короче, вчера CS жутко лагало, прям жутко. Бывает. У меня обычно где-то от 270 до 420 FPS, да? Ага. И, тут двое. О, тут трое жутко. Еще сзади нас. Нахер. Разворачивайся, вон бомжи там домой полетели. Там бомжи домой сюда вот. Там 2 спада летит. А, ты в эти бомжи домой? Ну давай тогда выйти. У меня как раз тачка есть. Лутайте. А вчера было 20 FPS. 20. Я думал, блин, что такое? И неужели что-то с видюхой стало? И, короче, взял просто, потом в CS перезашел, и все нормально. Но у меня сейчас 90 FPS, у меня почти все. У меня почти все на ультах. Но у меня обычно в PUBG 120 там вот так. Блин, я же, короче, сбросил всю конфу. Это у меня сейчас. Блин, как неудобно. Ну-ка. Воробей ТВ лайк поставил, бра, удачного стрима. Спасибо. Я, короче, сейчас чуть-чуть управление Женя, переделаю. Смотри, а как ты поставил красный прицел? Подожди. Где инвентарь? Где эта сволочь? Прицелиться, R, перезарядка. Да где инвентарь-то? Ну, мы в зоне как раз. Ой, да ладно. Запасы. Вот. Здорово. Здорово. Как жизнь? Блин. Все, жду, когда вы доиграете. Мы только начали. А я еще настраиваю управление. Короче, сыграл сейчас каточку. Еще до той...
который написал, что типа, сейчас доиграем. Ага. Дошли до топ-4. А, не, до топ-3. Короче, остались против нас два челика, а они в соло. Короче, у нас по ним инфа есть, у них по нам нету. Они между собой стреляются, но один другого убивает. Тут дробаш лежит. И третий чувак, короче, оказался с макросами и Саимом. Он просто выходит, одного моего выносит, ложит. И, как, короче, выхожу я, он по мне, все пульки влетают в меня. Ну да, и понятно. И на него сразу же переключаются. Короче, я думал, топ-1 будет. Короче, вон там дробаш есть. А, ну, ладно, там, а вышел, один, а вышел, я подойду чуть позже. А вышел чел с макросом и, короче, завалился. Ну, он получается, Жень, троих там вынес. Ничего нет, я залутал, вот тут и есть, идем. Тут патроны на него как раз идут. Хочешь пестик скинуть могу? Не-не-не-не-не, это не дробаш, это обрез. А, да. А я не заметил. Это типа пистолета. Пойдем пока, сейчас поедем на другие бомбы домики. Конечно. А то нас убьют с этим лутом. Да, я, короче, неправильно кнопки настроил, мне нужно перестраивать. Я топ-8 в соло, короче. Да. Топ-8 в соло? Поехали. Поехали, топ-8 в соло. А вон дальше поедь. Едь просто дальше с горы направо. Что ты делаешь? Вот это, да? Или вот сюда? Да вот, с горы направо едь. Или дай я сяду. Да не в дома едь, а с горы направо. Ну сейчас едешь, увидишь. Вон, да. Да едь не бойся. Чё ты боишься? Да, только что осторожно выходи, могут встречать. Потому что я видел, там склад тоже куда-то. Какие дрифт в пабге? Чё она так дрифтит? Так, но я честно не вижу, чтобы они были залутаны. Так заедь сюда, вот сюда прям, да ладно, забудь. Стреляй с горы. По тебе, что ли? По нам, да, стреляй. С чего ты взял, что это с горы? Я не знаю, ну, по-моему, с горы, где-то ты его сегодня. Ладненько. Значит, будем встречать. У меня лута вообще нет. Сейчас найдем. Чё-то не волнуйся. Сейчас найдем. Тут патроны. О, емочка. Емочка у тебя есть? Да нет, пузишка. Тебе патроны дать мне? Не, у меня есть. У меня есть, чтобы целый склад убить, успокойся. Броник есть второй у меня. Блин, сейчас бы мне рюкзак найти. У тебя вообще рюкзака, что ли, нет? Нет. Челька. Тут есть шлем уровня второго, надо? Ну, я потом заберу, наверное. Короче, в моем доме он. Тут ничего нет. Все тут короче, есть, что ты... Я здесь, а? Алло, еще раз привет. Угу. телесериал какой-нибудь зарубежной страны? Какой-нибудь, да, зарубежной. Все правильно. Китайский. Ага. Китайский, нет, не китайский. А сколько стоит PUBG? PUBG 900 рублей стоит. Да, PUBG стоит. Ты что, читаешь, что ли? Чатик, да. Обалдеть. Да, пап, что 900. Ты как-то вперед меня прочитал. У меня оно только появилось, а ты уже прочитал. Ну, у тебя этот открыт. У тебя же задержка. Да нет. У тебя приложение открыто. А, ты ж сейчас... У меня-то нет задержки. Это у вас на стриме она задержка. Да, да. Ну, я сам чатик читаю. Садись быстрее. Да подожди ты, шлем второго уровня, топ. Пу-пу-пу, какой же еще вопросик тебе задать по поводу сериальчиков? Любые. Он связан есть... с оборотнями? Да там нет ничего, Женя, есть где-то. Ты понимаешь, Аяра, что у нас очень говнолут? Очень говнолут. Я знаю, из-за этого я еду на другие бомбы.
Так вот тот макросник, у него лута почти не было, походу броник. Вот сюда поедем. А мы и в третьем бронике, и Шеймаке топнул на лут. А я видел даже стримят с макросами. А какой микрофон у тебя? Да, макросы покупают. Микрофон у меня Samsung C Pro, как-то там, C0 Pro, как-то так он называется. А, C01 Pro Samsung. Это как Blue Yeti, только не Blue Yeti. Только дешевле. Я к 3 февраля себе новую видюху куплю, будем вместе стримить. О, ништяк. 3 февраля это скоро. Ну, кран не ухом, да. А чё ты не хочешь доехать сюда? У меня просто бру 800. А, Burn... Да, у меня что-то похожее было. BM 800. BM 800 или BM 8000, там есть такие. Нет, 800, скорее всего, он самый популярный на Китае. Вот туда. Этот вопрос хотел задать, какой это. Давай. Он связан со сверхъестественным чем-нибудь? Нет. А, подожди, нет. Ничего я там не видел сверхъестественного в нем. Хотя там пытались такую замануху сделать, но в итоге... С Алиэкспресс. Я понял, так. В итоге нету там ничего сверхъестественного. Сериальчик какие-нибудь. Да, с Алиэкспресс точно. У меня тоже был этот, а хотя и Samsung тоже с Алиэкспресс. Здрасте. 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 Как дела? Кто пришел к нам? Я просто сейчас... Заебись. Не вижу Дискорда. Вопрос. Эдди. Кто ты такой? А, Эдди, здорово. Эдди, будешь с нами в папке играть? Нет. Почему? Лагает. У меня он вообще вылетает каждые полчаса, и чё? Я так же чё, не пока жалую. Никого нету игроков, да? Ну чё, ну почему? Именно? Яра играет вот сейчас. Настрое сейчас да, всего настрое. Будет. Ну вот. Ты сейчас... четвёртый. Ну вот, я же говорю, никого нету, типа. Пока на очереди. Поэтому я с вами. Че, бля, я умирать тогда не буду сейчас. Я буду, бля, просто на крысу играть. И похуй, если кого-то она там будет спасти, а я не спасу. Да меня вон Яра пытается все время задавить. Так что я не знаю, ты тут сможешь против. Садись! Я ей просто въебало дам, если он будет пытаться меня давить. Ты не успеешь, поверь мне. Ты мне потом в жизни нихуя не сделаешь. Он настолько опасен, что он непредсказуем, что ты не успеешь ничего сделать. Ну, он мне просто подойдет сзади к горлу, мне перережет и все. Нет, парни Тутбаса еще опаснее. Видите, шапалаха. Вон справа домики. Опаснее него нету никого. Яра! Курят сторон. По нам стреляют. Сидят такие. Блять, Яра, на. Так я знаю, по нам красная зона стреляет. Ой, сидит и дрожит такой, курит, бля. Я и дошли, да? Даже парень из Донбасса не убьет его, что делать. Так, что там, сменить пользователя, да? Базарки. Я, кстати, аккаунт нашел, типа там. Ну, типа, для КС. Аккаунт для КС? Что, да, а, понял. Понял. Ой, когда у тебя там по расписанию КС-очка? Чего есть, подождите? CSGO по расписанию, когда? Суббота. Рюкзак есть, и вот второй уровень прямо возле меня. Ну я короче на субботу слот забил. Окей. Я тут вообще основной как бы игрок, кроме там еще одного глобла. Ну как глобал, ну как бы основа суприма, на брата аккаунте 2 звезды, так что нормально. У нас прям рядом. У меня глобал основа и калибровка сейчас вторая, типа. Я не слышу пока. Второй аккаунт. Я дом обратно. Так, что там? 3H5H. H1Z1. Ой, все, я, короче, тебе на аккаунте пароль уже сменил, так что можешь выходить. Хорошо. Это был гуард-код. Алло, здрасте. Алло, здрасте. Там же можно написать, типа, это... пароль. Ты во-первых, не знаешь ника. А, вот сейчас нас четверо, пароль. Но, по-моему, Эдди не хочет играть, у него все лагает. Ну-ка, где живу? Так что, даже не знаю, вот если Эдди откажется играть с нами, то нас трое, получается, будет. Ну, я честно играю. Не вижу Discord. Играете, да, все? У всех, у кого лагает, играет. Ну все, тогда будем дохнуть. Ну все, то в следующий раз. Следующий заход тогда. Конечно. Наверное. Можем сейчас по-быстрому умереть, Яра, там уже по нам стреляли где-то рядом. Один, иди-ка, ты. Сейчас.
next. У меня супер лут. Next. Кто сейчас умрет, то ты после него. А вы что, уже в катке, что ли, чешаете? Да, так, мы вдвоем с Ярой. Так, а кто умрет, они нахуя? В катке, как бы, до сих пор. В смысле? Умирайте быстро, просто давите друг друга, если вот тупо, ага. Окей, так, все, я пошел. Давай. Кстати, а в доту ты ж, у тебя дота еще в расписании есть же? Нет, нету, упала. Печально, я только скачал, типа, в доту начал гонять. Дота. Дота упала. За этого, за Джаггернаута, наверное, там играешь, да? Блин, я нет, кричал, я не за Джаггернаута. Бабга, Свен, Рики, Инвокер. Я за разных играл. Сейчас, честно, я об этом не могу думать, за кого я играл. Так, мотопедики. Вообще проще всего на паке играть. Попал, Яра, добивай. Фак, просто топ. Герой, инзавер. Ты с Карача унес? Да я из мальчишки их прострелил, ты чё хочешь? Каркарыч это что-то из смешариков, которые, да? Да-да-да. Каркарыч. Я их из Узишки почти убил. Гопатыч, бля. А ты говоришь... Так там и Каркарыч есть, ты что, не в курсе, что ли, чешу? Так хуй, там Гопатыч еще есть, это брат Гопатыча, кстати, это я на втором Горбатыч? Аккаунте. Гопатыч, сейчас со второго аккаунта зайду к тебе на стрим напишу. Окей. Гопатёнок. Ну да. Яра, у нас зоны нету. Я не вижу нашу зону, Яра! Привет. Ну, в прямом. Я хуй пабу, бля. У меня БП 391. Я уже один сундук себе купил. Гопаты чей. Открыл, и мне выпала параша. Яра, поехали. Да я там уже лутался. Поехали. Зоны нету, Яра. А это то самое. Реварс. Кейс, как купить? Байкейс. Стой! Реварс, байкейс, если у тебя. А, то есть каждую неделю, типа, обнуляется, да, типа, цена. Я понял. Да-да-да, каждую неделю 700 опять. Прикинь, просто вот играть каждую неделю, первые места там занимать постоянно, какой-нибудь рюкзак занимает, набивает себе там тысяч 500. Нет, она же все время увеличивается в два раза. Каждую неделю, каждую неделю. Нет, ну, я говорю, каждую неделю он 1500 себе набивает, и на все эти 500 тысяч покупает себе кейс, идет, продает их, а потом опять на следующий день также опять 1500. По 30. Ну и вот, и прикинь, так по 20 рублей он кейсов 10-15 покупает, просто 200 рублей. Это задрот, который, знаешь, вместо того, чтобы инвестировать или работать... Да нет, он просто с читами играет, чего вы успокоитесь. Ну я тебе и говорю, читер какой-нибудь. Читеры очень хорошо зарабатывают. Попутник. Ну, если их не палят, конечно, там же... А типа, кто их напалит-то, господи? Кибер-спортсмена какого-нибудь попадется в катке, никогда не знаешь, против кого попадешься. И его ёбнут потом сразу же. Типа минусак. Там челика забанили за стрим-снайп, когда он просто рандомно Шрауда убил, блядь. Просто забанили. Ну, правда, потом а разбанили, да ладно. Если чё, приглашаем. А, я всех друзей удалил. У тебя в Дискорде найти. А в Дискорде-то ты у меня есть вроде, нет? Я короче нашел. Я красавчик. Как ты подписан? Live Gamer. Да, да, да. Мне 4x процента. Именно так. Маленькими буквами все слитно, да? Большими буквами все раздельно. Большими буквами. Ну капсом, короче, пиши. Лавье Гаменг. Русе. Как вот как на стриме, так же. Мой иди Live Gaming Rus, там найдете, я думаю, проблем нет. Офлайн. Почему ты офлайн? Псих, что ли? Я офлайн? Что, я хуй пойму. Да. Чтоб не отвлекали, наверное. Как тебе добавить? Воу, тут нету кнопки добавить. Через... Не судьба, значит. Яра, у меня есть кар. Давай что-нибудь делать, убивать кого-нибудь надо уж. Кар, я зашел. Не трожь. Я зашел, короче, вот открыл твой профиль, а добавить не знаю. Да. Добавить смог? Не смог. Почему? Типа не беспокоить, да? Может, ты не авторизовался? Да нет, я по-моему я поставил не беспокоить меня. А где? А я добавить тебя не могу, нету кнопки. А где вы добавить хотите? Друзья, наверное. В этом, как это меня называется? Папки. Папки. Папджи. Я, по-моему, стою. Тут есть. Не тут есть статистика поэтому... и кнопка close, все. Ну, может, он у тебя в друзьях, а когда он в катке есть баг такой, что он не успеет. Офлайн. Да нет, я офлайн, у меня стоит не беспокоит, чтобы не беспокоили. Вот и все. Бля, ебаный. Все логично. Так что я сейчас после катки выйду, поставлю, что я типа в сети, и можно будет добавлять. Гучи гэнг. На тебе 4x. Ребята, нашел, добавить не могу, пизда. На 2x кинул. Топ 51.5.
Яра, пятерки есть? А? Дай пятерок. Пятерки есть? Пятерки дай. Че ты бегаешь, как сумасшедший? Пятерок, говорю, что? Дай. Да нет у меня. У тебя калаш, что значит нету? Да ладно, все говорят, АК. Дико нахуй. Это, а, нет, Азимов, мне семерки нужны, семерки, пара. Эти забери нахер. Азимов. Семерка. Азимов. Семерки, семь. Ты в смысле, у меня у самого 30 патронов только. Вы видели мою аватарку? Докажите классное. Я не видел, херня. Ой. Нет, не видел. Нет, она классная. Не могу доказать классное. Здорово, пацаны. Постригся. Здорово, да, подстригся. Едут. Под ноль его подстригли, в карме готовят, понимаешь? А, вон он на горе, на горе. Он к армии готовится, короткие прически носит, видишь. Ух ты. Он спрыгнул. Че, будем стрелять? Кто спрыгнул-то? Ничего он не спрыгнул. Конечно, убивать надо. Ездит тут у нас. Че он уехал? Ты че делаешь? Че? Че я делаю? Я тут убиваю. Да он далеко уже. Да вон за камнем сидит один, чё ты пылишься? В ногу попал. Каким камнем, подожди? Да вон за деревом бегает, застрелил. Попал еще раз, сейчас сдохнет. Он, инфу по... Да вон за деревом убежал, все уже за бугор. Успокойся. Тут много деревьев. Да он убежал он уже за бугор, успокойся. Я ему два раза из ногу только попал. За бугор. Опять едет. Пацаны, ну сдохните уже, ну не играть охота, ну. С вами можно. Я нахуй запускал это, я бы сейчас дальше ел играл бы. У меня все-таки карты, еще хоть какой сдохните. Сдохни, давай. Друг другу одновременно поебал так, бам. Хочешь суицид сделать? Нет, не надо никаких. Мне нужны семерки. И у нас нету этого опять. Мне нужно, чтобы вы сдохли оба, ну. Да сам ты сдохнешь. Хочу играть. Опять едет? За Срандополисы? Да они за пары уже едут. Все, уехали. Все, уехали. Да вообще обалдеть. Нам тоже нужно, Яра, ехать. У тебя есть? Дай мне, скинь мне хотя бы десятку этих семерок. Мне все-таки Кар-Карыч. Кар... На, вон, подожди. Я карта. Там только 30. Да нормально. Так, у нас справа выстрелы. У меня 30 патронов на калаше осталось. Ой, я упал, да ладно. Поехали, у нас, короче, зоны нет. Яра, где наш трандулет? Вау, в YouTube обновляю, теперь тут сбоку показывается, кто стримит, они самые первые. Окей. Да стой ты. Подписка. Поехали. Молодец. Подписка. Слева выстрелы калаша. А, знаете, лайк тут, а репост сейчас сделаю. Капец, шумахеры, да. А дизлайк. Куда ты едешь? Яра, куда ты? Ты на карту-то вообще смотришь? У нас зона ара! Все уже. Ара, ё-моё, ты чё? Я желтую метку еще поставил на край зоны. Но у нас там проблемки будет справа сейчас. Сразу тебе могу сказать. Карыч, неохота, конечно, терять. Но ладно. Да мы все успеем. Ой, я свой голос отрактивен слышал. Вон в этих домах стреляются, не едь туда. Да на... шо, надо все это объезжать. Красавчик. Вон справа машина стоит. Не останавливайся из нее. Мы сейчас... Рядом с челиком прям проехали, он нас рожок дал и ни разу не попал. Вот это везение. Ага, по нам. Снайпер бежит по земле. Остановишь меня, нет? Не останавливайся, я... О, господи! Сериал про полицию. Все, тачку оставляем тут. Все, валим. Да какой валим? Убивать. Он валим все. Ну так он киллер убийца, понимаешь? Нет. Киллер убийца в глазах не двоится. Есть заряд бодрости.
второй заряд бодрости. Блядь, забанили страницу, я карту, сим-карту проебал от этого номера. А где его друг, интересно? У меня! О, писец, красавчик. Из юмпика тебя. Сейчас у меня Карыч погибнет за это, да? Ага, здрасте. А вот и его друган. Все, минус страница, как говорится. И его конечно, друган дохнет. Короче, на Б ровно, на Б. Ровно. Он игрок типа ждун. Он там все раздавит. Меня тоже из кара убили, да? Еще меня убили. Почти топ 11. Ну я твоих забрал, один склад. Мы, короче, в мясо приехали, плохо. Он игрок типа ждун, Алекс, что ли? В сериале банки грабят. В каком? В этом? Вы, пацаны, вы представляете, Южный парк трансляция. Нет, в основном убивают. В основном в сериале убивают. Банки нет. Сериал про преступность. Ну чё, вы будете играть? Да-да-да, сейчас я посмотрю, как меня убил челик со 100-метрового из кара. Он просто посмотрел, увидел, где я, через ВХ-шечку, скорее всего. Да нет, не читер, всё, взяли. Просто хороший игрок. Робот Чапи. Робот Чапи. Нет, не робот Чапи. Чё вы вопросики задаете? Можно же без вопросов. Так, кто у нас идет играть? Эдди идёшь? Маус и Эдди, да? Назот он в папке, Назот он у меня ник. Назот. Хэка, ты сделал все, я не могу тебя добавить. Давай, я сейчас сделаю, что я в сети. Сейчас, секунду. Так, друзья. Игры. Я в сети, все можете добавлять. Я вижу, что Алекс Хер только у меня есть. Это кто-то из вас? Я на. Я вот так и не могу добавить тебя. Может, ты меня попробуешь добавить? Запущу лобби. Давайте. Покажу. Я не. У меня только есть в друзьях вот в онлайне. Я my name is Eddie. А ты обнови. My name is Eddie. My name is Eddie нету. My name is Назот. Сейчас я перезагружу лобби. Сейчас я лобби перезагружу. Бандитский Петербург нет. Владимирский центр. Я вам подскажу, что это зарубежный сериал. Да, это зарубежный сериал. Я, My name is Eddie, я не вижу, чтобы он был. Ну, онлайн. Сериал не из стран СНГ, то есть зарубежный, все правильно. Да, я даже в лобби перезапустил. Так, давайте думать, что может быть еще. Я тебя нашел, я вижу, но как тебя добавить? В друзья? Да, в этом, в PUBG. Да ты мне скажи, Ник, я тебя приглашу. Просто заходишь, добавляешь. My name is Eddie. Нет, вот сюда ник свой напиши. Слово с большой буквы слитно. Вот сюда внизу в Дискорде напиши, а я тебя добавлю прям в игре. Не знаю почему у вас. А там убийц как бы компания, то есть банда, или он один? В основном он один. Он один и плохой. Нет, слово там в конце буква большая и ай. Меня пригласили, нет, сейчас. У меня только Алекс Хер в игре есть. Да ё-моё, что за вот меня? Ник, My name is Eddie Busy занят, у меня написано. Бля. My name is Eddie с большой буквы в конце, у меня написано Busy занят. Это значит, у тебя нужно Steam, скорее всего, перезагрузить. Вот такого нету, я тебе в ЛС отправил. Маус, только у меня ник другой. Маус, ВЛС, где, не, куда? Не, у меня онлайн. А может я просто отправлю. В Steam добавить еще раз? Давай я перезапущу PUBG. Да, или PUBG, или Steam перезапустите, потому что Эдди написала, что он занят. Вот именно такой с большой буквой. Маус, ну, напиши вот свой ник сюда, вниз. Там, блядь, я понял. Отлично. У меня этот запрет, PUBG, запрет на вот этот. Я сейчас, подожди, понял. Вот всё, такой теперь вот? можно. Sorry. Я в игре отключил приглашение. Назота я пригласил. Назота. Меня тоже пригласи, пожалуйста. Эдди, я сейчас приглашаю. Опять так же, я просто это самое. Сиарч. Где? Вот теперь можно пригласить. Ахупэму. Да я просто в игре нажал. Банальный сериал называется «Убийство». Чё-чё? Чё раз? Сериал, может, «Убийство» называется? Нет. Сериал не. А чё, уже фильм какой-то, чешуя, ахупэму? Он уже закончился? Или сериал? Ну, в основном, да, как я помню. А так как я могу... или закончился? Ну, давай закончился. Но я новую серию не видел. По телеку. А если все-таки не закончился? Значит, нажимайте... А что там вообще? Кнопку готова. Хоррор есть? Типа... Блин, так, про... Хоррора нету. Элементы хоррора. Ну, а элементы боевика есть?
Нет, тоже. Элементы порно есть? Ну, нет, можно так сказать. Эротические сцены? Почти нет, можно сказать нет. Блин, вот Женя? Да, так я. Если одна есть хотя бы, то там типа уже смотри, есть. Смотри, Анатолий ВК, это Анатолий Кондрашов, да? Да. Вот мне приходят на ум фильмы, но, бля, это же сериал, надо тоже поверить. Мастер дядя Толик, подстриги меня под нет, нолик. Это другой, у нас тоже был мастер дядя Толик. А, парикмахер дядя Толик, но это был другой. Это он тебя стрижет? Нет, меня стрижет Маша. Мария Кравец? Не знаю, как ее фамилия, но, наверное, нет. Долго грузится мне очень. Я хуй пойму, бля. Фу, бля, я не моргнула. Нет. Какой же этот сериал может быть? Так. Это Волчонок. Нет. Мохнатый пес. Нет, не это Волчонок это сериал, но там же он не один. Что не Хаски! Хаски! Нет. Ну и Волчонки сверхъестественное, он говорил, что нет сверх. Нет, там нет сверхъестественного. Там хотели, там все время хотят закосить под сверхъестественное. Пацаны, там... пацаны, летим туда, куда я покажу, смотрите. Инфа тысячная, у меня еще не прогрузилась, я... Вот, я поставил, вот, смотрите, куда летим. Выиграем катку 100%, не-не-не, да? Давай сюда, сюда. Да вот сюда летим. Ну вы летите, нет, я нет, импала, 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 импала. Нет, какой импала, идите нафиг со своим импалом. Инфа тысяча, выиграем. А как мы потом перебежимся? Бля, буду выиграем, пацаны. Ну вы без меня летите, выиграем. Потому что у меня еще грузит какого-то фига. О, загрузила все я здесь. Так, ну все, короче. Бля, буду выиграем. Все, прыгаем. 10-20 пацаны. Так, мы прям в импалу, короче. Вы такие медленные, пацаны? Мы же на импалу не долетим, вы так долго прыгаете. Да я посмотрел, что туда толпа народу летит и думал, сказать вам это или нет. А, мы как бы... нормально, нормально, сейчас разъебем. Отлично, мы... Мы и есть эта толпа, мы их разнесем. Справа от меня два засранца, они правее улетели, по-моему. Короче, смотрите, Женя, будем. Если что, кто предложил на импакту лететь? Ты. Если я первый сдохну, короче... Так ты предложил. My name's Eddie, короче. Чего вы так боитесь? Пойдем убивать. Да я Рамикс, ты предложил вообще-то. Блядь, пиздец, я лох, я не долетаю, пацаны. Пацаны, открывай парашют пораньше. Да нахуй. Справа от Назалина. Пацаны, я в горы приземлился, я хач теперь. Хач, бля, маме. А я в горы провалился, пацаны. Что делать? А, заводи отаву овец, короче, строй дом. Ой, бля, нихуя как лагает. У меня пинг вообще жесткий. О, да ты красавчик. Я лагаю, пацаны, я не могу пройти, я не могу пройти. Пацаны, где текстуры дома? Можно, пожалуйста, как-то текстуры показать мне? Все, я разлагал, пацаны. Я хуй пойму, пацаны. Пацантра, что творится? Что творится? Помогите. Текстур домов нету, ничего нету, по-моему. Умираю. Если что, пацаны, к вам тут припрыгнули, пацанчики. Надо их развалить, короче, на импакте. Так, все, ладно, успокоились, сейчас разнесем их всех. И базар фильтрный. Я как паровозик. Мы в гейминг-ру. Оу, Жека, Жека, сав мне что-нибудь пожарим. Жень, тебе надо эмочку, кому эмку надо? Мне ничего не надо, успевайте. А можно паровозика Томаса с матами спеть? Жека, стой! Остановись, оставь мне лут, боже! Хорошо. А можно паровозик Томаса с матами спеть, пожалуйста? Сейчас, вот ты сейчас доиграешься позади. Я как паровозик Томас, иди. Вот ты сюда иди. Сюда подошел. Успокойтесь. Да выебывался, да? Дети, успокойтесь. А жопа-то у тебя с дырками? Сдачи в жопу вставил. О, сильно, сильно, подожди, я лечусь. Успокойся, а то сейчас кнопнешь еще. Кто тебе уже в жопу вставил, говорю? Я, кстати, по нему ни разу не попал, он мне полжизни снес, всю жизнь снес. Да это ж по-дружески было, так сказать, по-братски. Где-то тащер, понимаешь? Да я затащу тебе игру, отвечаю, нет. Так и делают со своими братками, короче, сразу их убивают, чтобы это не мучились. Чтоб не мучился, наверное. Да, и катку тащат всю за тебя, как бы, да. Да-да-я-да. Да-да, мы сейчас тебя сами убьем. Смотри, какой я попрыгун просто, смотри, Жек, смотри, Жек, что умеешь. Жека! Вернись. Жека, давай его вынесем. Прыг. Ты давай, убивай же всех. Прыгает он тут. Опа, на. Обрез, обрез. Много патронов на обрез.
Обрез. Жека, я предлагаю его вынести, короче, он какой-то этот. Вот ты сюда подойди сюда, и ты сейчас поймешь, что ты умрешь. А с чего ты меня будешь убивать? Делал, понял? У меня. Я залутанный, ничего, да? Ну я X8 уже как бы взял, сейчас тебя вынесу. Кары из X8. Твой X8 ничего не стоит, я тебя. Яра и Назгул, там у вас люди приземлились и видели, вы-то будьте осторожны. Ара попугай. А, минус ноги. Это типа ара попугай. Жека! Жека! Чё? Помоги! Чё случилось? Кому помочь? Атакуют! Кого добить? Кого добить? Я не расслышал. Давай меня. Я еду к тебе в гости, братан. Сейчас. Опа. За нами выехали. Пацаны, пожалуйста, прикройте, мне надо отойти на секунду. Да-да, мы, как и конечно, тебя прикроем, братан. Я тебя выстегну. 240% патронов на М-ку. Я тебе говорю, что я тебе помогу. Это мне патроны нужны на М-ку. Опа, а на! Ничего себе, ну, пацаны. Ты жлоб, все, я больше тебя прикрывать. Девочка? А может ты девочка, у тебя голос более похож. Чего у вас? Пацаны, я сейчас приду. Ладно, Яромикс, ну дай этот, прости меня, Мирон. Я не артист. Дай, пожалуйста, этот патрон. Так, все, выключили. Угони патроны, Пожалуйста, немножко, ну, совсем немножко, ну, не один хотя бы. Я, короче, нашел синие кроссовки, парни. Они, кстати, стоят 1000 рубасов. Кому скинуть? О, мое благо, кто еще раз? Синие кроссовки. Зачем ты выпьешься? 100 тебе, мне хватит, конечно, Ара. Сейчас продам, поеду, я ж это для продажи брал. Мужу своему продай. У меня есть женщина и парень тоже есть. Правая рука, левая рука. Все есть. Женя, почему ты берешь с нами таких наркоманов? Не, ну на самом деле я адекватный, ты первый начал меня девушкой вызывать, как бы. Успокойтесь. Хватит изморалить. Да и у меня морали, это знаешь, сколько уже. Эти еще жополаха, да. Жополаха. Вот видишь, он первый начинает, а сам говорит, что я такой наркоман. Базар, фильтруй. Фильтрую. В отличие от некоторых, как ты. Успокойтесь. Фильтровать будешь воду. Да ладно. Я ж по фану. Любя. Иди своего мужа, а не меня. Ну вот и шо он затеял, вот кто меня обзывает, типа педиком намекает, мне тот самый педик, понял? Ты не педик, ты девушка. Где девушка? Вы в курсе, что вас там высадились, или мне 10-й раз повторить? Вот... Ара, я как бы знаю, что высадились, я защищаю нашего этого, my name is Эдди. Извини, Женя. Понятно. Не, ну просто я защищаю его. Я уже к вам бежать начал, а вы что вы творите, пацаны? Нет, ты вообще дурачок. Это надо было еще жестче зажать прям в него, короче. Так ты не видел, как у него над головой прям пролетели патронов куча. А ты видел, как он дернулся или нет? Яра, тебе нужно как-то проще относиться. А тут. Я вот по фану в игре бегаю тут такой. А то в Fortnite тебя тогда убивали, прям ступор у тебя был тогда, я помню. О, Fortnite, фу, классная игра, люблю её. Чё ты не бегаешь, сюда? Тихо, где-то здесь высадились, успокойтесь. Ага, здрасте. Здрасте. Здорово. Придурок, я-то в тебя не попал, кстати. А, не попал. Я тебе реально говорю, я в тебя не попал. Почти больше половины хп съел. Нормально. Да это разве ну, не попал? Попал, лол. Это разве попал? Мне не он... помню, значит не было. Мне он Эдди снес это... Сколько там? Ой, всю жизнь снес. Еле как отличился. Пацаны, чё? Успокойтесь. Давайте уже этот. Где наш дружочек? Не знаю, он по-моему домой шел. У тебя спать. За спиной. Ой, испугался, братан. Вообще пофиг. Локтя чуть не вынес. Чё? Вы представляете, как мы сейчас шумим, как люди нас боятся? Там у них бой уже идет, короче. Кстати, на Fortnite а вышел драйвер для людей. О, тут машина взорванная какая-то. Что на торпедировал, поди. Ой, салекум алам, алейкум ассалам, там все дела. Ой, я нашел, короче, нам две машины, я сейчас за вами приеду.
Только там за проезд 10 рублей в секунду, если что. Так, а что у меня за музыка играет, интересно? Это Чечня, это круто. А, понял. Чечня, это класс. А это ты на машине едешь? Да, конечно, я. То осторожно, я же этот контуженный. По колесам начну стрелять. Собираем всех. Автобус приехал. Чечня. Донбасс. Ой, друг мой, машину новую купил. Машину, мой друг, новую купил. Новую машину купил. Орла в небо запустил. Уже не запустил. Ты представляешь, как люди сейчас там срутся? Что у них происходит вообще? Ну а ты что думал? Свадьба. Всех напугаешь. Ебать, пацаны, вы что еще живы? Да мы как бы тут это, смотри. В честь тебя праздник устроили, ты ожил, братан. Да, кстати. Бля, пацаны, мне поздно, пацаны, я мансую. Это я. Чпидер, что ли, блядь? Ну да. Признался. Ну а чё бы нет? А вы что, натуралы, что ли? Ну я как бы всё, больше с вами не пойду с натуралами. Ну, я слышал, короче, о натуралах. Это такие странные существа, короче, натуралы. Да я их боюсь, короче, братан. Этот, Эдди, ты бежишь к нам? Там ещё есть этот пикапчик, чуть дальше можешь его взять. А я вас буду. На самом деле, ты улетаешь в хату, которую я уже залутал. Чё за выстрелы по вам? А? Какие выстрелы? Или это вы стреляете? Какие когда розыгрыш сейчас проходит, мы отгадываем это. It's a prank, it's prank. It's prank, bro, yeah. Где здесь машина? Ой, да вон там дальше машина, вон. Я прям в нее сейчас. Так погоди, не стреляй. Дебилы, что ли? Машина, что короче, на вон 55 я в нее стрельнул. Что не так, я не знаю. Ладно, я сейчас за вами подъеду, братаны. Вы нашли уже кар или нет? Да какой кар, я пикап нашел, сейчас подкатывать буду к ним. Забейте на пикап, ищите. 55, что ты пиздишь, там нету ничего. Ищите кар. Вон тачка стоит, ты че, слепой? Пикап. Сейчас задавлю тебя, короче, пацан. Вот. Бля, а, тут вот зона, пацаны, я... Я тебе 100% подкинь до пикапа, подкинь до пикапа, пожалуйста. Да я сяду. Подкинь, сука, до машины. Зона, ё-моё! Давай быстрее садись, братан. Садись, пока, пацаны. Пока. Он с вами заедет, если что, пацаны. Живи за нас всех. Стой. Ну ты пидор, блядь. Это, пацаны, я еду за вами, Кто, кому там надо заехать? Кто там будет платить 10 рублей в секунду? Опять 10 рублей. Я тебе 100 патронов дал, я у тебя. А, ну ты, ладно, это там два проезда бесплатно по секунде, конечно. Ай. Все. Поехали, пойдем. Все, ты за 2 секунды заплатил, еще 2 секунды плати. Привет, Ара. Эра, приехали. Свадьба чеченская едет. До зоны. Поехали. Сегодня на канале ролик у меня смотрели. Ара, успокойся, не привлекай внимания. На автобусе сейчас поедешь, понял? Я уже 10-ю банку открываю, веди ровней. Стреляй по нему, он даун. Езжаю, братан, почему я от первого лица? Без дороги тупо езжу. Так, давай на трактор пересаживаемся, пацаны. А почему я от первого лица? Кто может сказать? Переворачивай. А как сменить лицо в кухне? Чтоб я не от первого был. Кто может сказать? В английское, да? Вы как бы едете со мной, нет, в гости? Чечена. Да и перевернуть, ее уж можно перевернуть, бля. Нет, мысли за руль. Стреляет справа. Поехали. Стреляют справа. Да нет, это он стрелял. Садитесь быстрее. Мне поздно, пацаны. Пацаны, помогите, я сейчас упаду. Так не шкирешкой не упадешь. Да, блядь. Что за херня? Ты тоже упал? Нет, что я лечусь, упал? Но у меня почему-то бинты отменяет, ты когда я выхожу. Красивый. Потому что надо стоя лечиться. Хопуй, Жека, я умираю.
Я умираю уже! Помога ты, Европа, выживем! Эдди сдох, я не успею добежать, честно. Да ну что ты, дурак, блядь! Да не успел, я как раз бежал. Ну ты гадина. Давай пойдем за Женей съездим. Так, это, слазь с тачки. Я выхожу из игры, все, до свидания. Сиди здесь, что ты творишь? Да у него здесь говно было, надо было сразу же его убить. Это охуел. Блин, он только место у нас в машине занимал. Это ты, бля, место занимал в машине. Женя, беги на встречу нам. Беги. Женя, беги. У нас как бы этот есть. Блять, это ж я раз за рулем, сука. Страшный какой. Катись. Да давай ему этот, я выйду, убью его и, короче, поедем. Да у меня нету ничего, успокойтесь. Так я не тебя, я Яру. Ты сказал, бля, Яра за рулем. Да это страшно. Яра за рулем, это страшно. Есть бинты хотя бы? Да, у меня есть. Ништяк. Я живой. Ребята, кто там за каким-то чуваком занимал? Не знаю. Я как Один бы выхожу, там, по-моему, занимал. Это, Один я занимал. Выйду, кто-то зайдет за меня. Я эту карту только... Смотрите, я вот сейчас последним занял ручку. Ну, перед тобой только один занимал вроде. Да там увидим, сейчас здесь из корта выйдем, посмотрим, кто у нас там сидит, успокойся. Я ухожу, если что, после этой катки, так что... Даже так. У тебя два места свободные. Ты тоже уходишь, Яра? Нет, ты уходишь, и тот вышел. А, ну я остаюсь тогда. Два места свободно, слишком пустые. У нас бензина нет. Чё, да страшного? Я вижу, как нет бензина, ты еще до Чечни доехать успеешь, давай. Осторожно, давай, вот в этих домиках обычно сидят, сразу вам могу сказать. Бензина готовься. Нет, глянь, он до Чечни еще доехать успел, а он бензина нет. Да сколько бензина еще, я на таком бензине всегда езжу. Я вот не понимаю, еще. Как только мой персонаж еще штаны все не обосрал, зная, кто за рулем, вот я вот это убираю. Ой, у тебя не синие штаны как бы. О, новая тачка. С тебя 100 рублей, короче. Ты уже тут наездил, знаешь, на сколько, братан? У меня тут тариф тройной. А где Женя? Да я убежал. А Женя все испарился уже. А, ну ладно. Кому не пока, нужно, брат. Как бы. Все, пока. Слева выстрел. Это я. Он стрелял. Хорошо. Крыса. Вот такие у тебя подписчики верные, короче. Сдают сразу всех вообще. А что у нас по карте? По карте ништяк, куда вы собрались ехать? Лутайтесь. Живешь? Я тоже говорю, лутайся, он уехал куда-то. Здесь у меня все открыто, к сожалению. Я тебе говорю, лутайся, ты уезжаешь куда-то от меня подальше. В Ютубе или Твиче пишите, и тогда Рутоничат, программа, которая вас озвучивает... Блин, а ты там задал несколько вариантов ответа или один? Кому-то нужен этот шлем... А если там чувак какой-то самый неграмотный на свете и будет пытаться написать, ну, что значит, ему делать? У него не совпадет и все. Ну вот, а как так? Если чувак хотел выиграть, написал правильно, а он ну, просто так. Этот двоечник. А я говорю, берите название из Википедии, название все то из Википедии. За двойки, знаешь, не получаем, короче, этот награждение, все. Никак. Ну ладно, я самый главный отличник, в каждом слове по три ошибки, как бы. У меня дома залутаны, по крайней мере. Я как бы на вышку сюда, куда зачем залез, сейчас смог кинуть тебя. Нас было осторожно, там, короче, часто снайпера сидят. А, спасибо, поднимите. Что там? Кто тебе? Да, вышка плохая, кусается. За жопами упустил, я испугался, упал. Сейчас тебе читер через стенку добьет. Да я как бы вообще сквозь пол все вижу. У меня пола как будто нет, я через вон попу свою вижу там. О, ара большой аптечка. В сериале три буквы. Не, ну то, что я упал, это как-то обидно было. А буквы нельзя, гадай нельзя, друзья мои. Это читы у нас. Он должен отвечать на вопрос да или нет. Да, я могу ответить вам на вопрос да или нет. На любые отвечаю, кроме года и букв. Да или нет? Вот, короче, стреляется, это, ну, стреляется. Я ползу, из погоди. Юнтика, тут... Из юнтика. В смысле, через эту дырку пролезть нельзя? В конце этой улицы стреляется, друзья мои. Чё, рили? У меня тут этот, как бы, читы. Я же с читами играю, вы не знали? Короче, в конце улицы стреляет с юнтика. Я сейчас догоню его. Во-во-во. Он слышу.
Он с хаты стреляет, которая на 105 на сходке ровно. Белая такая, высокая, походу. Дратути. Дратути. Да-да-да, с этой хаты шмаляются, пацаны. Бля-бля-бля, внизу. Убил одного. Далеко. Еще одного. Притык, пацаны. Хороший. Еще одного. Хорош, троих убил. Красава. Еще один там сидит. Вырубил. Все, Назгул там бегает. Это телесериал Дом 2. Он, они с кем-то стрелялись, Назгул. У меня один. Помогите быстрее. Иду. Погоди, братан, тут этот жесткий махач. Иду к Яре. Яра, иди я к нам. Убил. Что ты там завис? Я его убил. Помогите мне. Иду, иду, иду. Тут еще один, блин, был. Ага, вы убили их всех, да? Блин, нет, Яру убили. Загасили. Братан, у меня один чувак где-то здесь. Двое. Один лежит, один как да бы живый. Да пиздец, я то лево, то право бегаю. Вы уж определитесь. Братан, ко мне лети, у них никого нету. У меня в хате один в белой внизу где-то был, лежал. Все, больше никого не видел. Ну я тебе напоминаю, что сзади нас еще будет толпа. А телесериал так, понял, братан. К каким же? Нам надо в этой хате заштурмовать чувака там. Давно один. Все, убили их. Их убили справа, жмут. Пойдем месиво делать. Хотя я предлагаю залутаться, братан. Да сзади нас толпа, ты не понимаешь. Я лечу сейчас, погодь. Добрейший вечер. Все, лечу к тебе, бро. Добрейший. Ага. Залетел к тебе, в туалет забежал какой-то босс. Так, а где они у меня 4x как бы? Они возле Яромикса были? Да-да-да, они слева да, обходили всю эту толпу. Так, давай я предлагаю занять где-то верх этой хаты, как бы. А, мы не в зоне, бежим. Так вот именно. И у нас нету тачки, да? Вы не успеете, все. Была тачка, уже нету, все, поехали. О, мы на самом краю, все, убиваем кого можем. Уже не смотри, смотри, зона очень далеко. Окей, пью энергетик, сейчас вынесем всех тех, кто там были сзади нас. Ну, попробуй. Блин, троих убил, жалко. Или скольких? Я да, тоже троих вынес, как бы. Ну, положили вы их, я их добил. Положил их я тогда, уж скажи. Ну, я тоже. Ну, ты положил, я потом еще одного в хате положил, который убегал. Все, я не успеваю. Жесткий. Че, зона очень сделай далеко, да? Очень я могу далеко. Тебе аптечку кинуть, надо? Ну, если только успею. Давай, скинь. Давайте, короче, три аптечки кидаю, на. У меня их дофига еще. Еще три и одна Лутаю большая, как одну. Бы. Так, энергетик еще один скинул по дороге. Угу. Если нужен. Но мы все равно не успеваем, честно. Тачку найдем, братан, вынесем всех. Отвечаю. А я до сих пор затащим. На топ первом донате. Доверьте мне. Да? Бежали. Давай там под хилами летишь. Все лечу. Отлично, братиш. Кстати, энергетики что-то, по-моему, больше начали давать. Их нет, так же две. Да нет, мы все равно не успеем. Покойся. Нам без да машины. Да ладно, мы вдохну. Хоть время потянем, может кого-то еще убьем, я бегу. Я обычно успевал еще парочку бегущих тоже поубивать. Да, зона жесткая, конечно. Так и все, это предпоследнее. А сейчас она сомкнется, мы вообще будем дохнуть по секундам. Но она уже сомкнулась. Нет, не сомкнулась. Все да, нормально. Она сомкнулась уже. Ну ладно, короче, выбежим куда? На дорогу куда-нибудь и вынесем их всех слева, короче, пошли. Ты букины. Захилься только перед этим. Не букины. Да. Ой, охились. Так, что там у нас? Есть, пацаны? Машину, пожалуйста, Ара. Я, значит, 33. Твоего этого... Это что у нас? Орла убил. 33? 10 человек так. Еще осталось. Ага, слышу выстрел, там уже слева, даже валятся просто. Друг друга последние. Так, я хилюсь. На машине летят там просто и по ним стреляют. Бля. Вообще зона далеко. Там бы моток хотя бы, мы бы сейчас... Бля, вон тачка, суки. Улетела. Евген, кто выиграл GTA? Все, я на них не лечу. Знаю. Не она знаю. Перевернулась, походу. Да, естественно, и они повылетали из нее. Все, летим туда, братан. Так, она поехала. Все, успокойся. Блин. Не поехали. Не знаю, кто выиграл GTA, но мы разыгрывали PUBG. Так, все, у тебя хилок больше нету, что ли? Последнюю жру. Жрешь последнюю, я не знаю, большую тебе что ли отдавать придется. Так ты сам-то добежишь. Ну окей, пошли. Привет. Я еще один энергетик выпил.
Блин, вот это жестко. Ну ничего, сейчас еще встретим по дороге. Стой, это слева дача, что ли, белая? Или это взрывная тачка? Не, нету здесь. Это телесериал. Они только нам. Этот телесериал очень популярный был когда-то. А о, случайно. СКС стреляет. Блин, а если я сейчас тут скажу попу. А, нет. То ты подскажешь тем, и кто-то выиграет вместо тебя. Я понял. Не-не-не-не-не, все, значит. Да я подумал сначала тот. Сериал, нас сейчас встретят выстрелом, да и все. Так, блин, у тебя последняя аптечка, ну ёб твою. Не-не-не, ты себе что добегай. Да я сейчас тоже еще. Уже зона идет. Блин, зона недалеко, как бы, да. Ой, ладно, я пью большую. До фул отхила и побегу. И все. Ну ничего, мы боролись, как бы. Я отомщу за всех, я сейчас затащу тебе катку, бро. А что за фигня? Хочешь подзеречить меня? Я себе под ноги кинул грену. Че у тебя там по луту? Калаш, эмочка. Ага. Забей. У тебя все есть. Так, ну я не успеваю до зоны, ну ёб твою, ну давайте. Ну так. Нормально, чё ты, поубивали хотя бы, по скваду поубивали и хватит, чё ты сразу топ-1-то. Да, по три, да, да. Ну это сквады мы положили. Ёб твою, зона не бей, пожалуйста. Ладно. А зачем грену под себя, что ты делаешь? У меня нет грены. Хотя бы в зону выстрелял, чё ты сразу туда? Да забей, я этот... Ну-ка, я посмотрю, кто меня убил. Интересно. В смысле одно убийство? Я ж четверых добивал. Да нет, ты одного моего добил. Ну-ка, смотри, ну-ка, меня показали, как я сам себя убил. Сейчас я смотрю на себя, как я сам себя убиваю. Это читер! Пацаны, это читер! Я точно знаю. Смотрите, у него третий рюкзак, калаш и эмочка. Ты взял этот телесериал с сайта. У нас в команде оказался читак, который сам себя как-то убил. Я прям на грену лег. А, ну может как-то я не иду. Так, кто у нас идет? Я вроде как. Подождите, сейчас выйдем. Так, сейчас всем расскажем. Сейчас всех возьмем. Вначале я перезапущу каточку, потому что у нас там много поулетали люди. Лобби перезапускаю. Кто у нас идет? Подскажите мне. Я иду, я. Яра идет, отлично. Яра идет. Я так, не иду. Маус не идет, Эдди не идет, да? Не идут. Да, не идут. Все, Один у нас есть, Масевич. Вот они как раз здесь. Это у меня ужасы. Здесь есть. Короче, это не ужасы, нет. Терфалавер, отлично. Привет, дружище. Привет. Смотрю, подписался на меня. Да. Вроде как там один чувак отсоединился от нашей каточки, да? Ага. Если... Вот. Значит, он сказал там, ну, значит, мне халявное место. Да, все, я ваша. Все, все вошли. Я же говорю, что все, кто из Дискорда, идут у нас. А, да, ничего страшного. Все, сейчас все пойдем. Убивайте. Пойдете, конечно. Блин, троих снес. Давно я так не убивал. Никогда так не убивал. Первый раз. Ну да, это жестко было. Да. Первый раз так убивал. В щелочку причем. Из калаша в щелочку. Вообще шикардос. Это драма. Это драма, нет, не драма. Про конкурс расскажи-ка. Че рассказать вам про конкурс? Что рассказать вам, друзья мои, про конкурс? Спрашивайте. Конкурс Чечня. А что разыгрываешь, кстати? Рандомный Steam ключ. Забодал и говорит. О, все, у меня там сразу там это опять. Там спрашивайте про конкурс Infamous, спрашивай. Дружище, спрашивай. Да? Мы разыгрывали папк недавно, два этих. Если ты про конкурс, который был в выходные. Два папка разыграли. Конкурс. Сейчас мы разыгрываем рандом Steam ключ за угадайку. Вот мы сейчас загадали телесериал. Можно задавать любые вопросы, на которые смогу ответить да или нет. Кроме года, когда этот телесериал сделан, и букв. Все, что входит в этот телесериал. Это приключение. Нет, не приключение. Добрый вечер, найс прическа. Спасибо. Топчики были. Нет, топчиков пока не было. А в нем больше, чем два сезона? Наверное, да. Скорее всего, да.
мы летим. Так, мы здесь едем. Так, вы там это, привет, передавайте. Да, это детектив. Ну так что там про сериал? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Это детектив. Я предлагаю вот сюда поехать. Хорошее место. Так, подписывайтесь на мой канал. Канал, конечно же, я вам покажу. Смотрите сами. Да, всем спасибо, всем пока. Фэнтези? Нет, не фэнтези. Детектив, это детектив. Сверхъестественное. Нет, не сверхъестественное. Бригада Экси. Нет, не бригада. Шерил. Он закончен. Да-да-да, он закончен. Скорее всего. И сериал, скорее всего, закончен. Прометей. Нет, не Прометей. Дом 2-то еще вряд ли даже закроют. Ты не хочешь, чтобы его закрывали, или ты хочешь, чтобы его закрывали? Нет, я наоборот хочу, чтобы его закрыли скорее. Короче, у меня есть СКС, и у меня есть эмочка, которая скорострел. Я топчик взял, считайте. А почему я вообще в другом месте? У меня, погоди, М416, да, у тебя? Ну да, которая скоростная. И СКС у меня. Для тебя тактическая ложа. Че щит? Нет, не щит. Тактическая ложа. Это кто это бегал? А, это свои. Я уж думал убить. Гарри Поттер. Нет. Убей. А Гарри Поттер разве это... След. О, глушитель для Сэйги. Держи. О, сэнкью. Касл. Оно приходит ночью. Не-не-не, это не оно приходит ночью. Так, здесь есть броник, если кому нужен второй. А у меня второй броник. У меня третий. Ха-ха-ха-ха. Русский или зарубежный? Тут у тебя рюкзака нет. Зарубежный. Да сейчас рюкзак найдем, чего паритесь. У меня рюкзак второй. А у меня тут рюкзак первый есть. У меня есть. We saw you live. Сейчас найдем. Прослушка. Че, прослушка? Нет, не прослушка. Кстати, можете как бы не задавать вопросы, типа там... О, М-16-4. Прикольно. Это зарубежный сериал. Зарубежный. Есть глушитель на Сайгу еще один. Дайте кто-нибудь этот рюкзачело. То у меня уже куча лута. Надо наверх. У меня в доме есть рюкзак просто первый. 24 часа. У меня вот в доме есть рюкзак. Ребят, если найдете М416 патроны, то дайте это. Про женщин. Окей, про женщин? Нет, не про женщин. Рюкзак, где ты? У меня есть книга. Я это понял. Знаете такой факт? 4400. Бегущий по лезвию. Дистер. А4? Это название на английском. Название на русском. Жек, я тебе рюкзак как бы несу, но можешь, ну езжай, ладно. Как понять, ты мне название детектива на английском. Ну вот так, вот он лежит. Дай глушитель на Сайгу. А так он там валялся, я думал, вы взяли, я же сказал. А, ну ладно, сейчас подберу. Он в домах вот в этих был, в красных, слева которые. Ага, я же сказал, нужен кому-то. Все промолчали, я не стал давать. В нем больше 5 сезонов. Я просто только сейчас допер, то что у меня микрофон выключен был. Я не знаю, сколько в нем сезонов, но сезонов много. Очень популярный телесериал, так что вам изи угадать. О, я нашел еще один первый. Ходячие мертвецы. Не ходячие мертвецы. Не знаю, сколько в нем сезонов. Могу посмотреть в Википедии. Ладно, мне глушитель не нужен, я компенс нашел, все нормально. Сколько сезонов? Больше Пила. 5 сезонов. Больше Ванши. 5 сезонов. Обалдеть, сколько сезонов. Миллион сезонов. Очень много сезонов, друзья мои. Ну, это нормально.
Это просто... Бегущий по лезвию. Кстати, наш союзник скоро сдохнет. Где, кто? Вне себя. На желтой метке на 30 вам в городе. Яра, почему ты сдохнешь? Не знаю, а у тебя не зона, что ли? Игра престолов. Ну, блин, я рядом с зоной. Не, не Доктор Хаус, не Игра престолов. Я спокойно добегу. У нас Яра очень живущий. У меня там стоит Яра. Да у меня тут такой лут, понимаете? Понимаем. Тебе приехать или ты сам приедешь? За тобой съездить, Яра? А как мы на баги уедем? Так я его сейчас привезу сюда. Я привезу, я успею. Белый воротничок. Не, за тобой поехал. Белый воротничок. Фильм или сериал? Сериал. Сериал. Загадан сериал. Что это? У кого есть патроны на Скар? Ну, у меня есть, но у меня один магазин на миньку только. Секретные материалы. Куда ты стреляешь, объясни? Да я так воздух. Секретные материалы нет, Infamous, не секретки. Хотя ты очень близок, я бы сказал. Обмани меня. Ликвидация. Мне бы тоже прицел на СКС не помешал бы. У меня бы вообще хоть какой-нибудь прицел бы не помешал. Яра, как тебе, паук? Сериал или детектив? А чё вы из зоны-то вышли? Нафиг? Чё случилось-то? Куда вы пришли? Нормально. А, такой высадил его и поехал дальше, зашибись. Он сам спрыгнул. Я его не высаживаю, он сам спрыгнул. Я не знаю, куда вы поехали-то. Ой, куда вы побежали? Ну мы за тобой, а где ты туда? Мне патроны на старт. Родина. Да блин, мне тоже нужны патроны. Не Родина. Метод. Нам обоим нужны патроны на Наскар. Ты до этого на М-ку просил, сейчас уже... Так, блин, Наскар, на старая... Наскар и на М-ку одинаковые патроны пятерки, успокойтесь. Да, да, да. Я бы отдал кому один магазин, но у меня минька. Начни себя. У меня даже пистолета нет. Я настолько крут, что у меня даже пистолета нет. Ну, я настолько крут, что у меня есть противогаз. Все. Круто. У тебя есть противогаз, тебе баба в жопу. Ой, не-не-не-не. Это не работает. СПС зашел. Мы тут уже были везде. Я просто пошел, залутал там, где вы не были. Привет. Мы были не везде. По-любому есть какой-то уголок, где мы не были 100%. А, я знаю, где это. Хотите, покажу? Да, наверху. Он сделан в Англии. Ой, сделан в Англии? Я не знаю, где. Наверное, в Америке, не в Англии. Братан, дам тебе совет небольшой. Да. Но если ты услышишь... Жги. Шепот. Шепот. Отлично, малая во птичка. Во все тяжкие. Ой, Эмочка, кому Эмочка нужна? М16А4. Не, мне не надо, мне с этим хорошо. Я третий шлем взял, мрачные я красавчик. Небеса. О, я нашел пистолет. Че? Мрачные небеса, у все тяжкие? Нет, нет, нет. Короче, я нашел третий шлем, третий броник, СКС. Мне осталось только реально прицел какой-нибудь, четверочку бы хотя бы на СКС, и я буду убивать. Все. У нас здесь зоны не будет, чего вы вздыхаете, нам нужно валить отсюда. Ну, нам-то да, бежать надо, потому что у нас, во-первых, баги есть. Только. Баги это двухместная хрень. Ну да, я... Черный список нет, у нас не шепот. Четвертый вид. Трехместного мотика. Да какая разница? Ну, на мотике мы бы сдохли бы. 100% не доехали. Это да, тут зоны. Сильно хорошие барханы. Здесь на мотике вообще невыгодно ездить. Честно, вот только если на одноместном, и только рискуешь за себя. Вот и все. Че, разве мотики часто атакуют? Мотики часто переворачиваются мотики и часто... Убери черную полосу у себя с плечей. Багуют. Убрать черную полосу у себя с плечей? Че за черная полоса? Вот это что ли? Или вот это вот, это микрофон. Этот сериал вышел до 2000. Это микрофон, друзья мои. Это не черная полоса, это микрофон. А черная полоса с плечи. Кто стрелял? Ой, УПА 9 нашел. Кто стрелял? Этот сериал вышел до 2000 годах. По вам стреляли? Чип и Дейл спешат на помощь. Нет, не Чип и Дейл. Машину слышу. Машина едет к вам.
Заезжает на территорию баги. Заехал, короче, я стреляю я по ней. Все самые популярные, я сказал. Бегу к Алексу. Точно детектив. Они с центральных ворот заехали. Бегу к Алексу. Они на 340 где-то там машина остановилась. Я понял. Убивать. Алексир, эликсир. Я упал. Все, круто. Я упал с горы. Поднимись меня, пожалуйста, а то я вижу только текстуры. А где они? На 340 были с центрального входа, заехали на баги. Если, конечно, это не свои. Ага, вижу. А, да, вот баги. Ну это баги наша стоит, скорее всего. Нет, тут две баги. Все, спасибо. Не, у меня аптечка есть, не надо, у меня есть. Я не вижу их. Тут два баги стоят. Они сейчас где-то здесь крысятся, 100%. Это они, да. Супернатурал. Это не наши. Яру я вижу. Где-то есть. Инспектор Гаджет. А, вижу, вдалеке это... ездил два мотика. Вдалеке, прям с горы. Короче, мотик, кстати, едет к нам. Едет с горы мотик на 150. Ага, перевернулся. Герой. Да где ты? На 150 челик есть. Почти убил его. Он сзади вас, полубитый. Добейте. Положил на 150 челика. Да-да-да, ты добил моего. Он где-то ползает у тебя. Пси-фактор. Добей его. Ага, круто по мне. Всё. Сзади, слева, слева по мне стреляет. Много. Ну там есть патроны на М-ку? Это нет. Банда мотоциклетов стреляется. Заходим. У нас что-то тут месиво началось, что-то какое-то. Есть что-нибудь долутать? Рюкзак только, понятно. Осторожно, что вы делаете? Заходите в дом. Где? Я не знаю. Так с вас слева с горы стреляли. Что вы делаете? А как я тебе помогу? Меня убивает. Давай, кому помочь? Ага, понял ты где. Там меня убили. Кстати. Подозреваемый. А как ты? Ты умрешь сейчас. Ты очень далеко от нас был. Зачем ты туда полез? Это, кстати... Я убегал уже от вас, а меня... Я распрятался... Я чуваков не наблюдаю, они где-то на территории сидят, хоть за где. Я просто это, ничего. А, они попали опять, они где-то на центральных воротах сидят где-то. О, круто, никто за мной не занимал. Да нигде они не в центральных воротах сидят, успокойся. Да, живая оттуда мишень. Стреляли по мне. Нашел это одного! Они в здании двое! Они в здании, в котором вот я нахожусь, я одного положил из них. Один все лежит у них один. Они в здании в этом сидели, на втором этаже. Сразу напротив лестницы. Это бати, и они в здании. Банши. Смешно, да? Вот они сейчас сзади. Кто первый на лестнице, идет сзади, смотри сразу. Были тут. Сериал вот создал он, Дэвид. Он идет. Меня положили. Серьезно. Там. А, все, их убили. Там еще один этот лежачий был, его добили, наверное, или убили. Да. Короче, сериалов, детективов, да еще и популярных, да, больше нету. Я почему-то на этот ящик нацеливаюсь. Этот телесериал был в вымышленном мире. Этот телесериал, нет, не вымышленный. Кстати, вам бежать надо немножко. Да нам очень сильно нужно бежать. Кто-то в доме, Женя, кто-то в доме. Никого. Возьми у меня больку в этом ящике. Да здесь много чего есть. Поверь мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, окошко! Откуда? За грани. Вон, напротив. Он в доме. На балконе. Все понял. Стой. Заползаю. Подожди, я лягу. Я вот сюда заполз. Он тоже бежит. Ну, красавчик, Яра. Ты его убил. Красавчик, поздравляю тебя. Ты загасил его. Красавчик, Яра. Мой супер лут просрали, потому что, во-первых, смотрите, вы красавчики. Все, больше ничего вам говорить не буду. А за мной никто не занимал. А какая разница? Ну, все равно мы не займем так топ-1. Бесполезно. Слушай, ты хоть раз когда-нибудь занимал топ-1? Нет, вот нет? В воскресенье, когда разыгрывали, мы заняли топ-1. Все. Я причем наубивал больше всех. Да, мне спину круто настреляли. Знаете почему, кстати, вот единственное скажу, Грай, вот насчет этой карты. Ты, почему, короче, заходил ко мне на канал. Почему мы умерли, да? Мы тупо разделились. И посоветовал, возможно, что мог. Я убежал туда, а вы остались там дрочить там в троечка, там я не знаю, что вы делали. Которые закончены и которые я пошел посмотрел реально до конца, от зоны уже. В шоке.
там есть фантастика. А, вы там. Потом, короче, Масевич вообще на гору зачем-то попёрся, когда нас начали уже убивать, когда я начал собираться вместе. Алекс побежал там по этой гонять, по территории, забежал, в итоге его там убили внутри. Ну... двое. Яра прятался зачем-то постоянно. Не, ну если бы там не второй чувак, то я бы... Так я и говорю, ты один пошел зачем-то по зоне гонять, причем прохорашенный уже. То есть тебя пробили, ты даже не отличился. Не, по мне стреляли, короче, я такой, типа, думаю, ну откуда? Забежал в дом, по мне стреляют, такой, побежал в другой дом, захожу, такой, смотрю, чувак, стреляю, потом выходит его друг и такой, типа, нет, чувак, ты умрёшь. Мы тупо разделились, вот и все. Не надо разделяться, когда особенно идет, когда идет война, уже нужно собираться. Этот сериал называется The X-Files. Бегать нельзя. Просто сидим в одном месте, убиваем всех, кто к нам приходит. О, гроза, прикольно. Дневники вампира. Нет, не дневники вампира, успокойтесь. А не X-File. Короче, как только вы для новых или для старых пришедших... Эх, хочется сыграть и занять место, но все спят уже. Как только вы займете, так сказать, как только вы напишете правильный ответ, вас Рутоний чат сам автоматически здесь выберет и напишет ваше имя. Уже в Рутоний чат, который вас озвучивает, встроено название фильма. Вот и все. Как бы не нужно вопросики ставить или спрашивать, это то или что. Ой, гроза вообще жесткая. Говори. Выше прочитай. Этот сериал ганит. Мы не с островов летим, мы летим где-то вот отсюда. Да не ганит-то. Просто пишите название сериала, если вам повезет, и вы угадали, вас... Программа сама выберет. Я в этом не участвую. На атомную станцию не полетим, не... Зона 51. Можете не спрашивать у меня, это сериал или не сериал там. Чё, или... куда летим? Куда летим? Сейчас я посмотрю, вот сюда мы летим. Мы летим вот сюда. Слева от школы. Менталист. А, на школу это круто, школа там это, да. Да не школа, а дальше летаем, чуть-чуть погнали. Школы. Ну я понял. На ангар. Ребят, слушайте, вы знаете, что на конце карты примерно где-то здесь? Видите, да, на карте? Нет. А очень хороший. Нет. Не суть, потому что нужно лететь все равно в центр. На край карты это уже плохо может закончиться. Особенно, когда мы не собрано играем. Давайте сейчас держаться вместе, реально. Давайте. Договорились. Только если зона попадет в сторону школы, это будет не очень удобно. Да почему нормально? Нам все равно в зону пройти. Что ты знаешь, как ты? Ну, вон этот, по-моему, в леса падают. В леса падают вон, два человека. Нормально. Рядом с тобой. Они не в леса, они дальше падают. А нету, да? Нет, один к нам упал. Это я! Этот со мной падает, это да. Он зашел. Идем быстро в домике. Ага. Он зашел в ангары. А его друзья дальше чуть-чуть. Надо его сейчас убивать за это. Истребительница вампир. Алькатрас. А, пистолет, это хорошо, все. Хоть что-нибудь берите. Я взял, все, могу идти. Нет, не ходи один, что ты успокоишь. Не, я имею в виду то, что я взял оружие. Сковорода. Хорошо. Остаться в живых. Ты бегаешь, да, наверху? Да, я наверху. Короче, ребят, сейчас я к вам буду приходить. О, эмочка. Здесь это МК, Жека, дебил. Парни, там больше 5 там сезонов, да, вам сказали, какой Алькатрас. Тайга 12К. Как я люблю... 4400. А чё, тебе не нужно, что ли, МК? Да я потом найду, что-нибудь возьму. Ну, я эту МК не очень... Он здесь уже! Ну, я тебе говорю. Уже, я попал по нему. Короче, ладно, я... Всё, сука! А, всё, я умер. Да нифига. А, не? Ну, у ладно, меня есть щит на бессмертие, так что ты виртуозы. Живой. Виртуозы. Круто. Да шучу, чего? Я на последней секунде его успел поднять. Уходи. Так, стой, болеутоляющие, бинты. Кинул. Спасибо. Взял рюкзак его за это. Так скажем, синевы. Ну все, мы одного убили, осталось еще трое, которые чуть подальше выпрыгнули. Этот фильм похож на секретные так, материалы. Этот фильм похож на... Нет, не похож на секретные материалы. Не похож. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий.
Кстати, можно это идти до, до короче, до 1.5 секунды до использования предмета, можно начинать ходить. Говорящие с призраками. Нет, не говорящие с призраками и не Декстер. Так, давайте эти-то дома напротив, что не залутали. Настоящий детектив. Быстро, удачи, быстро. Удачи, если что, заходи. Окей. Там главный герой девушка. Скар, быстро, Скар. Кому, кто там хотел? Так, Алекс, я быстро, Скар. Давай, давай, спасибо. Вот ништяк, мы теперь убийцы. Так, а у меня М4 еще будет, скорострелка. Сразу второй уровень рюкзак. У меня прям, я фанат эмочек. Я тоже. Бинтики. О, уровень, шлем сразу уровня 3. Че, Алекс, че там наверху есть? Фильм похож. Ну, тут ну, есть дробовик и гранат. На калашку, ну, у меня не, мне не надо. У меня есть калаш, оставь мне. Летит, летит самолет, смотрим дроп. Смотрим дроп, привет, смотрим когда дроп. Когда будут привет. Розыгрыши ага. Ключей. Сейчас розыгрыши ключей, звездный отгадываем путь. Телесериал. Нет, не звездный. Нет, я еще не вижу. Так, аирдроп он не сбросил, либо сбросил где-то вдалеке. Звездные войны. Нету аирдропа, жалко. Васильчев, ты идешь с нами? Кому кто? Они я его убил. Я они в моем не... доме были опять. Почему мне так везет-то? Мы были здесь вдвоем. Я выхожу, что, Женя, чувак я в дом зашел. Да я понять не могу. Меня еще стреляют, Женя, Женя. Какая, да вы заебали! Хотя бы кто-нибудь направление сказал. Нет, блин, вот приходится находить и убивать, да? Чё ж вы такие-то? Реально... Реально это хотя бы кто-то управляет. Ужас, драма или детектив? Это детектив. Млечный путь. Это детектив. Какой фильм, я не в теме. Телесериал. Сериал происходит на планете Земля. Да, сериал происходит на планете Земля. Короче, я последнего из них добил, он был наверху на втором этаже. И здесь, по-моему, дрочил. Или что-то... Чем-то непристойным занимался. Ты же скажешь, чего иногда. Говнище ты летает. Кто-нибудь Скар заберет? Скар кто-нибудь заберет? А мне не надо, у меня есть Сайга 12К. Да Сайга говно. Я ща подойду. У меня ХМ есть, неважно. На какой телесериал можно похож загаданный? О, я не знаю, на какой похож. Это только детективы. Я могу отвечать только на вопросы, да или нет. Успокойтесь. И еще раз напоминаю, что у нас рандомный Steam ключ сейчас разыгрывается. Я не знаю, что он выпадет. То вы потом КС-ку будете у меня просто. Нет, не во все тяжкие, уже не сразу задали. Тут МК кому-то, если назвали. Не-не-не, у меня все есть. Здрасте. Пальто уже нашел, да? Пальто это топ, все. Масичев, ты придешь за патронами для коллажа? А я уже все, я. Так я вот уже у дома вашего. Вот, все. Где патроны для коллажа? Дай мне себе. Так, и что у нас по зоне? По зоне, по зоне. Мы в зоне. Нам нужно идти куда-нибудь направо. Он моложе 2010 года. А, года нельзя, буквы нельзя, я уже 10 раз могу повторить, люди мои. На школу не пойдем, пойдем на снайперский домик, который вдалеке, на 255. Осторожно, что школы нам могут спину настреливать. Конечно, школу я не всю залутал, но... На вот эти этот дома сериал пойдем, был создан с 1999 по 2005. Ой, остров проклятый. Я не знаю, какие года там, но года у нас нельзя. Года это чит, успокойся. Там Еша Бриджес. Иду, иду. Ешан Шприджес. Евгений, завтра пабга вообще никак не будет. Никак. Эраша. Осторожно, здесь падал один чел, вон двери везде открыты. А вот я иду пока что. Разделяемся, вы лутайте. Какой разделяемся, блядь, только... Только что же говорил. Не разделяйтесь. Нет, они, блин, опять разделяемся. Сейчас просто заберу и к вам сразу делаю.
Я его прикрываю уже, не переживай. Ага, красавчик, а меня кто прикрывать будет? Да ладно, все. Масечев, иди, Жень. Я... А, иду. Пуаро. Не Пуаро. Уже сказал бы, что ты, короче, сюда... Этот сериал есть в Ивкипедии. В Ивкипедии есть. Эврика. В Ивкипедии есть. Ивкипедии есть. Хранилище 13. Так это не я, это кто она там? Программа озвучка говорит Ивкипедия. Не я это, успокойтесь. Почему у меня все время на Грену переключается? Я ж не переключаю. Это значит мне лол качать завтра, что ли? Мне нужно. Держи. Сейчас веду к себе. Нашел просто сейчас. А, на Грену у меня постоянно. Значит, у меня направо и Грена. Все понял. Обмани меня. Я сейчас настройки чуть подправлю. У меня направо оказывается Грена. Граната. Бросить гранату. На, применить. Все, я понял. Из CSGO. Все, ждем зону, потом как зона это, если далеко уезжаем отсюда. А вы все дома здесь посмотрели? Здесь полдома не залутано. Потому что, видимо, вот этот челик, который здесь был, он пошел помогать того, которого мы убили. Привет. Удачи вам и взять топ. Конечно, возьмем сейчас топ. Не Шерлок. Здесь половина домов не залутаны. Ниш Бриджес. Да мы знаем, тут не... Это детектив криминальный. Это детектив, ну да, как бы криминальный. Рашем. Нет, не русский, не русский. Телесериал не русский. Все, в этом доме сидим, Асич. У меня очки как у Сталлоне. Кто хочет посмотреть на мои очки как у Сталлоне? Я хочу, сейчас озвучу. Там 7 сезонов. Ой, там больше сезонов даже, по-моему. Иду, какие у тебя очки? Покажи. Как у Сталлоне. Ага, прикольно. Как у террористов, это, в КСГ. Да. Аля Терра. Чем бинты подобрал, Асич? Слушай, а тебе понравился новый Даст? Честно скажу. Да, чё нет-то? Ну как сказать, он уже не новый, он уже старый. Место есть. Мне он... Забыл спросить чё? Наклонная черта влево. Но... Завтра во сколько стрим по МСК? Я говорю, почему по 6, у нас всегда в 6 по МСК. У нас же... Так я понимаю. Теория лжи. Вы не хотите засесть наверху и убивать? Нет? Никто не хочет? Сейчас давай подождем зону, если давайте. Далеко уезжаем. Если недалеко, то... Давайте. В названии есть слово «мир». А слова и в названии, это бессмысленно, это какой-то прям читерский ход, но названия слова «мир» нету. Давайте не использовать эти читерские ходы. Типа, название есть то, в названии есть это. Фишка же не в этом. Как только вы догадаетесь, о чем этот телесериал, о главном герое, вы сразу же угадаете само название телесериала. Место преступления. Что, Gravity Falls и шарики? Нет. Это зачем ты окна бьешь? Это телесериал. Шарики же криминальные, точно. Это телесериал. А может наоборот открыть двери, типа? Блин, что-то я вас как-то с заеданиями слышу. Ты меня тоже с заеданиями слышишь? Лютер. Да. Масечев, зайди в дом и сиди за парень. Вот, первый раз. Сейчас зона нормально. Будет, успокойтесь, секунду. Емае, у меня значит будет 8. Вот и все. Не выходи никуда. В неподозрение. Занимать. Идемте пешком, зона сильно далеко, успокойтесь. Да блин, а я через окно. Сват. Нашлось. Мокрушники. Вы на машине что ли собрались? Давай, открой, прям сюда. О, шикардос. Аэродром прям сюда. Вы едете на машине, я пешочком. Всем здрасте, я вернулся. Привет, здрасте, вернулся. Это я просто кушать отходил, покушать хотелось. Короче, я расстрою вокруг аирдропа этот... кто он называется? Где аирдроп-то упал? Да вот он на тебя падает сейчас, он еще не упал. Как нужно забирать аирдроп? Подъезжаешь на машине, ловишь в багажник, убежаешь. Да, кстати, топовая стратегия. Только так не получится, потому что он не влезет просто в багажник. Почему? Нормально. На пикапе на пустыне пробовал чувак, он просто влетел туда, короче, но он вывалился из-за того, что он боковал в багажнике. Ну и где ваша аэродропка? Да падает еще, успокойся. Отбросы. А вот он. Да ладно. Тут кто-то едет, слышите? Только, чувак, осторожно, не переборщите.
Я вот так закрою, чтобы это как... Красавчик. Стой, стой, стой. Стреляй! Стреляет уже все. С горы! Где-то с 260 стреляет или 245. Прохарасил, добейте, пожалуйста. Короче, Женя, можешь убавим отсюда? Тут ничего нету, все, тут ничего нету. Все, ничего нету. Так вы не будете их убивать, что ли? Они где-то на 260 помнят. Они где-то на 290 так. Так, я поднимаю, а у меня он машину садится. Ты близко, блядь, к машине, понимаешь? Вот, я его воспишу. Я не прикрываю. Машина-то взорвется сейчас. Я знаю. Клан забрал. И вы все умрете. А я знаю, вот она и взорвалась. Здрасте. Вот Масичев, ты вышел. Как получить ключ? Я даю. Идите нахер, короче, с вами бесполезно играть. Вы не убиваете, вас убивают. Вы вообще по ним не стреляете. Вы в курсе? Я убил двоих. Я убил двоих сейчас. Успокойтесь, вы не убили, вы вообще по ним не стреляете. Они были изичные. Вы по ним стреляли, хоть один по ним стрелял? Посредник. Да, да. Я не видел, чтобы вы по ним стреляли, честно. Я их почему-то убивал, вы стоите лутаете. Вас убивают, вы стоите лутаете. Ну, писец, ну чушня, друзья мои. Вас как детей сделали сейчас, вот опять. Давайте так. Вас убивают, вы в ответ убиваете. Давайте так. Блин, это... Это они должны исполнить приказ после твоей смерти тогда. Либо привет. Не так. Приветы. Западное крыло. Да, как можно получить? У меня тоже все время вопрос. Как можно получить ключики?